жизнь необходимо усложнять, и усложнять необходимо ее правильно. То есть не просто так бессмысленно, да, какие-то себе придумывать проблемы, потому что нет проблем, надо проблемы. Ну, в принципе, так в основном все и живут, да, без проблем тяжело, потому что с проблемами ты себя жалеешь, да, а без проблем ты себя не жалеешь, и, собственно, никто тебя не будет жалеть, кому ты нужен без проблем, да, кому ты такой успешный нужен 300 лет, правильно? Я хочу рассказать про то осознание, которое я получил. Смотри, когда-то для меня было тяжело монтировать ролики и вообще, в принципе, снимать. Ну, не скажу, что мне сейчас максимально легко, но я что понял в связи с, ну, с образом жизни, который я сейчас веду, да, в связи там с моей основным родом деятельности, да, я вот монтировал ролик, и я понял, что я в этот момент отдыхаю. Просто вот реально душой и телом отдыхаю, то есть вот смотри, что происходило. До этого мне это было тяжело, в напряг. Я прям помню то чувство, которое у меня было до этого. Я помню буквально, ну, месяцев 8 тому назад я ходил с мыслью о том, что я хочу научиться мыслить таким образом, чтобы мне было просто монтировать, выкладывать ролики, ну и, в общем, вот этой деятельности, да, ютубом заниматься, чтобы это мне было просто. И вот я как раз забыл уже вообще про эти мысли, когда, ну, вот как-то оно в рутину вошло. Но возьмем ситуацию, допустим, немножко по-другому, да. К примеру, у меня есть только YouTube-канал Дневник Утра, и больше ничего нету. Я этим занимаюсь, и я прям вкладываюсь, прям у меня седьмой пот сходит. Я отношусь к этому как к работе, и у меня есть какое-то действие менее, что ли, ну, не то, что значимое, а, ну, проще, какое-то есть проще, чем это. И я там получаю, что ли, отдушину, я там отдыхаю. Основная идея в том, что если жизнь усложнять, то усложнять ее нужно правильно и просто, наверное, заниматься тем, что вот реально тебе нравится. Вот, давай подытожим, просто подведем черту, скажем так. Если жизнь мы усложняем, а мы в любом случае будем усложнять, потому что мы люди, потому что нам нужны какие-то сложности. Когда все просто, мы сидим, знаешь, такие сели и сидим и думаем, так, сейчас что-то произойдет. Вот 100% сейчас что-то будет такое, вот, ну, чтобы мотивация появилась, да, нам, мы привыкли почему-то действовать от плохого. И, кстати, нужно отучаться. Когда ты входишь в реактивный режим, прям, когда ты делаешь, ну, что я имею в виду, делаешь, действуешь, что я вкладываю в это понимание, да, это когда ты совершаешь какое-то действие, и ты получаешь ощутимый результат, то есть ты сразу получаешь фидбэк, ну, или как ты понимаешь, что ты идешь по, что ли, по плану действий, и ты понимаешь, что ты приближаешься к своей поставленной цели, вот, короче. Опять сказал короче, поэтому будем покороче делать этот ролик, будем прощаться. Спасибо, что посмотрел этот ролик, поставь лайк и давай не будем жизнь эту усложнять, она и так сложная, поэтому напиши в комментариях что-нибудь и подпишись на канал, и твоя жизнь будет намного проще. Пока-пока, до связи.